Заявочная съемка футболистов Шинника в первой половине дня, накануне обеда. Вместо фотостудии – потрибунное помещение. На все про все – около получаса. За это время нужно отснять игроков, тренеров и весь персонал команды. А это более 40 человек. Задержек быть не может. Вечером тренировка на базе. Смотреть можно? Нормально. Вторая часть фотосета уже на улице. Здесь снимок командный. И как и на поле, у каждого своя позиция. Роман Войдель. Андрей Мязин, Дмитрий Яшин, Александр Малышев. Процессом руководит настоящий фотопрофи Ярослав Неёлов. Заявочную фотосессию для Шинника он проводит уже 7-й год подряд. Ну все, уже подготовимся. Был забавный случай 2 года назад. Мы как раз фотографировали общую фотографию. И в данный момент подъехала свадьба на территорию стадиона «Шинник». Вот, и ребята тут же подошли и захотели сфотографироваться, и у нас в итоге получилась общая фотография вместе с молодоженами. Войдель, Бузникин, Анисимов, Монарев – так выглядел состав Шинника в 2009 году. Здесь, возле раздевалок команды, есть фотографии всех составов «Волжан», начиная с 2008 года. Фото дружины Александра Побегалова образца нынешнего сезона в скором времени также займет здесь свое почетное место. Правда, пока еще не все из этих ребят успели примелькаться на поле, но некоторых новичков болельщики наверняка успели приметить. Все уже как влитой, в Ярославле все знакомо, уже все улочки, в принципе, в центре изучил. Приехал с девушкой и с котами, с четырьмя, на заднем сиденье, в переносках сидели, мяукали, пугались. Ну, коты все подобранные, то есть не породистые, а дворовые все, ну, как бы спасли. Защитник Максим Беляев – воспитанник московского «Локомотива». Успел поиграть в Брянске, Владимире и Ростове-на-Дону. Признается, что в Ярославль приехал с одной целью. Очень хочется вернуться в премьер-лигу. Если это получится сделать Шинником, это вдвойне будет здорово. Пока же черно-синим не хватает стабильности. После 3 туров в активе «Волжан» поражение, победа и ничья. И лишь 4 очка в таблице. Однако футболисты уверены – это поправимо. Здесь та атмосфера, которая способствует быстрому, опять же повторюсь, вливанию всех игроков и быстрому пониманию друг с другом. Осталось на футбольном поле создать это понимание оптимальное, чтобы в каждом матче отвоеваться 3 очка. Следующим по календарю Шинника значится выездной матч с Воронежским «Факелом». В столицу Черноземья наши футболисты отправятся уже в воскресенье. Вадим Летуновский, Денис Ромашов. День в событиях.